Why waste a good opportunity for pain? Досмотрите до конца. Или вас настигнет смерть. Всем любителям ДБД. Как вы видите, у нас новое лобби, а это значит, вышла новая глава. И да, дейлики куда-то все-таки пропали. Они не просто заменились, они просто исчезли. Ну, разработчики об этом говорили, что типа дейлики, они сломают дейлики. Ну, потому что в новой главе должен быть какой-то глюк, баг или что-то еще. Итак, у нас значит что? У нас в этой главе вышла Анрё. Нет, минуточку. Не это Анрё, другая Анрё. Анрё, которая из фильма «Звонок». Сложность «Хард». Ля-ля-ля, смотри, смотри, смотри. Анимацию какую сделали. Ну, хоть тут постарались. Вот она, маленькая, невысокая Садако. Так, ну, на ПБТ я посмотрел и понял, что это... Этот ман терпила максимальный. Максимальная терпилесса еще хлеще, чем... Да-да, я понял. Извини. Но это так. Даже свинка сильнее выглядит. Так, ну ладно. Давайте сразу ей сделаем трешечку, чтобы с ее родными перками пойти. Я вообще очень долго ждал, когда же добавят звонок. Ну, прилично так вот, когда я там играл за всяких маньяков, известно. Если кто не в курсе, Садако в Японии настолько же легендарный персонаж, как в Америке Джейсон или Фредди. То есть это просто их главный киношный монстр Ивар. Так что я вообще фанат. Я почему ждал звонок, потому что я обожаю книгу «Звонок». Все. Ну, ладно. В основном первые две, третья, ну четвертая еще ничего, третья, конечно, уже бредовая. Вот, и как бы, ну фильмы, «Звонок» японский, вот этот вот самый известный, ну это был первый японский фильм, который я посмотрел, но моя любовь к японскому кинематографу не из «Звонка» началась, а с «Королевской битвы». Американский я даже смотреть не стал, отвратительная дрянь. Корейский шикарный. Вот корейский «Звонок» мне очень нравится. Садака против Каяко. Садака 3D неплохо было. «Звонок 3D», прошу прощения. Садака вот недавно, в 2019 году вышел фильм «Садака». Типа продолжение тоже какое-то. Еще, кстати, был фильм «Звонок 2». Который, ну, то есть есть фильм «Спираль», типа по книге. Там первый «Звонок». Причем они как там, «Ринг». Типа, у них это «Звонок» и «Кольцо». Одно слово же. Вот, и типа прикол в том, что, типа, ну, первая часть «Ринг», вторая «Спираль», третья «Петля». То есть все округлые какие-то предметы. Так, все, 10-й уровень. Вот. А в кино был фильм «Спираль», который как бы продолжение, как по книге, да? Ёб твою мать! Я знал про этот скример, я его ждал, но все равно обосрался. Вот, а еще был альтернативное продолжение «Звонок 2», но я его смотрел один раз, и он, типа, какой-то, блядь, мега тупой, и мне не понравился. Так, у меня еще полмульта, у меня там еще надо Нину кормить.
У нее еще не все перки открыты. Но эту подружку мне надо будет вкачивать по фулу, потому что у нее есть пара интересных перков, которые я хочу попробовать. Что насчет ее перков? Так, секущий крюк, что-то там, флуцу в рейдж. Дерьмо. Это, короче, чили наоборот. Типа, ауры подсвечиваются, когда снимают, а не когда вешаешь. Так, зов чего-то там. Это типа новая версия руина. Типа постучал по генератору, он начинает жестко регрессить, как от руина. И третий ее родной перк. Вот этот вот. Надвигающийся беспощадный шторм. А, это, наверное, соленое море. Я не помню, как это на русском это было. Так, а вот эта вот херня тоже мне нужна. Типа при 90% начинают там эти скилл-чеки херачить, как не в себе. Так, ладно, аддончики у нас пока их маловато. Что это? Видак. А, это что-то типа как у Фредди, как фиолетовая фотография у Фредди. То есть, когда ты тэпаешься в один телевизор, тебя видят из всех телевизоров. Я понял. Ринг. А, кольцо. Типа нарисован этот колодец. Нихуя не понимаю, но очень интересно. Клок волос. Ну, бля, японцы любят тут вот всякую волосатую тему. Потому что, ну, посмотрите, да, вот это копна волос и... Подожди. А, я думал, это из-за того, что я на нее навел, блядь, она... А я могу ее покрутить? Арвате. Ну, вообще, если кто читал книгу, вы должны знать, что Садока не совсем девочка. У нее есть кахонос. Ну, по книгам и по некоторым фильмам. Это там потом уже вроде как решили, что делать главного злодея гермафродитом это зашквар, поэтому... В звонке рождения ее все-таки сделали симпатичной очень девочкой. Милой, несчастной. Ее сыграла Юки Накаама. Хотя, кстати, в звонок 3D тоже там симпатичная девка была в роли Садока. Так, ну ладно, короче, я хуй знат, что брать. 100% Blood Points. Короче, давайте вот возьмем материно зеркало и старую газету. Я хуй знает, что это. Так, что по аддонам? Возьмем вот это. Так, квест стоит. Положить 20 рвов. За нее. Удачи. Лол. Ну ладно, ладно. Попробуем. Но, наверное, матч будет сейчас искать неделю, блядь. Потому что все сейчас ломанутся играть на ней. Еще музычка такая какая-то мрачная. Вот эти вот переливы такие, как в японских ужастиках. Ну, кстати, кого там еще? Ну, Каяка, она... Нет, она больше на ринку похожа. Она тоже скрипит и кривая такая вся. Ее разворачивают постоянно. Вот, а Мимико. Мимико, по-моему, не скрывает лицо за волосами, хотя тоже там что-то какая-то жуткая девочка. Вот. А еще был, кстати, фильм «Наращивание волос» там про какую-то волосатую монстрятину. Чисто одни волосы убивают. Ну ладно, погнали. Посмотрим, что она может. Прям вот первые несколько матчей, прям как пойдет, так пойдет. Но я чувствую, что не пойдет. Потому что вы поняли. Перед тем, как ты умрешь. Ты услышишь звонок. Если кто не понял, это слоган к фильму. Так, ладно, первая катка. Любимый Колдин. Нихуя себе, блядь, как со старого телевизора из 90-х, блядь, изображение. Так, ну чё, сурвы на Колдине сейчас меня будут душить, наверное, да? Так, развоплощаться на L2. Оно где-то бегает, блядь. Да ёб твою мать. Здрасте, Фэнк. Да, конечно, не хватает и... Как у Коли, блядь, выпада такого. Все собрала, молодец. Каждый пень. Хорош. Первый есть. Можно поесть. Ах ты, тварь. У нее... На нахуй. Тихо. Чё ты стоишь? Чё ты смотришь? А чё она хочет от меня? Это мансер? Ребята собрались на нового терпилу посмотреть. Ха-ха, смотри, все сбежали сюда. Да, Фэнк?
Так, надо, блядь, понять, как у нее эта штука работает. Ну, насколько далеко она бьет. Хорош. Там еще истериков как бы надо вылазить, да? На нахуй. Что я делаю? Что они делают? Что мы все делаем, ребят? Анимансеры, типа, все крутые или что? А что с Юи? А почему она в этом, в кружочке? Она с кассетой, что ли, бегает? Блять, споткнулся, прикинь. Дрянь. Она бы сейчас уже лежала, нахуй. Но я споткнулся, блять, об что-то. Кто-то лечится или меня лагает. Орешек будешь жрать? Юи, ой, блядь, Юи. Да, орешек. На, дрянь. Прям под крюк, хорош. Фонарщик бежит. О, секущий крюк. Не знаю, правда, что он делает, но он что-то делает. Говно. Виси. Эх, не дотянулся. Не знаю, что это было, но я ее видел. Дрянь. Звук таки... Так, а возле того телека нет, да? Фэнк, ты жить надоело? Так, надо Фэнк добивать уже. Она два раза висела. Мне чувак пишет с вчерашнего стрима. Нет. Говно. Дрянь. Ага, орешек. Сука. Так, надо Фэнк кончать. Максимально. Так, минус один есть, можно поесть. Где эта дрянь? Я же знаю, ты где-то здесь сидишь. Ну, они по впати, я понял. У тебя нет шансов. Либо ты сбрасываешь палетку, либо умрешь. А, она подняла ее. Ну и что дальше? Они ген завели, кстати, я не посмотрел. А че он загорелся, кстати, как от умельца? Нет. А, блять, они в тот надо было ген. Ой, надо было в тот тэпаться. Кстати, с пожиралочкой хорошо, так можно резко телепортнуться куда-нибудь. Юи, я, кстати, вообще не... Она единственная сюда поиграть пришла. Эти хуйни занимаются какой-то. Так, а телек? А когда, через сколько они перезаряжаются-то, блядь, телеки эти? А, я же выхожу, когда я... Я забыл. Я же из телека выхожу сразу без инвиза. Точно. Ну, я сегодня первый день, ребят.
Так, ну ребята в себя дохуя поверили, я понял. Где Юэ? Юэ, а ты чё, генраж? На, японская сестра, вернись. Не очень хочу я просто с этими придурками играть. Они, я вижу, они душилы. Нет? А из телека она, кстати, вылетает. Будь здоров, быстро. Не получилось, не про канала. Я думал, я это... Ну, как называется... Сейчас выскочу на перерез, я ебану. Странно, а чего у меня под цвет идет? А, наверное, когда 90%... Да не буду я с тобой бегать, дрянь. Ее нужно. Но я им больше ничего не смогу сделать. Они максимально душилы. А! А! Дрянь, блядь. Так, ну она понятна. Так, ну ладно, двое ничего не делают. Юи там хуйней занимается. Ну, точнее, Юи одна играть пришла. Да ладно, блядь. Заело, да? У нее что, оберег? Сука! На, дрянь! Я сам не ожидал, кстати, что поймаю ее. Сучара. Так, ну она у нее не кадешится, эта штука, да? То есть можно постоянно в инвиз залетать. Хорошо. Так, вопрос. На. Нет, вопрос в другом. На. Ну, Юи понятно. Юи самый нормальный персонаж здесь. Чисто скилл-чек мастер. А эти две сучки, конечно, конченые. Так, давай. Нет? А я не в тот... А куда я хотел-то вообще? А хуй меня знает, да? Я что-то не вижу, как этот перк работает, нет? С закрытием генераторов. Ну, инвиз, конечно, у него, наверное, душный пиздец. Да? Вот опять я споткнулся об ту же самую срань. Чуть-чуть не дотянулся. Так, подожди. Так, здесь тихо. Дрянь, я за тобой побегаю.
Так, ну у нее кассета. Видимо. Кассета есть. Это я понял. Но смогу... Ну, блядь, а как понять, сколько у нее набрано этой штуки? Ломай. Ломай ее полностью. Где подружка твоя? В таких матчах самое главное найти самое слабое звено. Там телек вырубили, да? Типа. Привет. Дрянь. А сколько Нейка? А, Нейка там один раз только висела, я понял. А, опять они все здесь. Да ты рофлишь. Не попал. Вот я в нее попал, но не попал. Нет, не стало. Где? Вот как она меня обыграла? Too easy. Здрасте. Блять, я вас... Сука. Мразь, блять. Они вот реально поиздеваться зашли. Надо ее убить. Она самая слабая из них всех. А эти реально конченые душилы, блять. Просто уебки какие-то. Максимальные. Гибкость. Ну да, это промо LG маны зашли. Чисто поиздеваться зашли, блять. То есть они, по сути, даже ничего не чинят, они тупо ходят и вот хуйней занимаются этой своей, блядь. Типа, мол, смотри, мы умеем орехи сжимать и прочее. Да, блядь, ну пиздец, как она это делает? Она сквозь стены, что ли, блядь, проходит? Сука, гнида, тварь, блядь, уёбище нахуй, ненавижу этих Кейт сраных, блядь, надо вырезать этого персонажа, блядь. Всеми максимально конченые вот сурвы, это Кейт, это, блядь, Нейка. А, блядь, ну какую кнопку ломать-то? Вот я максимально ничего не могу сделать, абсолютно. За какого генератора эта тварь сидела? Нет, не возле этого. Возле того, куда я не протонулся, я понял. Вот так вот, заходишь первый раз на маньяки, тебе вот таких вот кидают, ну, максимально конченых уебанов, блядь. Про MLG-манцы, блядь. И все, они меня сейчас выиграют вдвоем. Спокойно. Два мансера против донного пешего терпила. Да не в жизни. Говно, блядь. Дрянь, блядь. Фух. Но она, по-моему, умирает уже. Я надеюсь, что она умрет. Или можно просто фейскэм в лицо.
А, блядь, блядь, сдохла. Слава яйцам. Так, ну люк не здесь. Люк у Кейта, кажется, где-нибудь, я уверен. Я видел эту дрянь. Нам мне сейчас не интересно, мне нужен люк. А ей хочется поиграть, да? А, я же сквозь нее прохожу, точно. Говно. Давай еще раз. Ага, еще одна палеточка. Да ты рофлишь, да как, я ж попал. Ну надо, да, привыкать к ее этой пулялочке. Подохнешь здесь, сука. А я знаю, что... Ха-ха-ха, Кейт. Я тебе не завидую. Знаешь, что сейчас будет, Кейт? Либо тебя убьет... Блядь, я еще даже дойти не успел. Либо, блядь, ты будешь страдать. Я заставлю тебя страдать, тварь, блядь. Лачуги не продали? Конечно, нет, ты чё, рофлишь? Такие не продают лачуги. Ну и все. Блять, я бы, конечно, её... А, ну я, в принципе, так могу её затроллить. Так, подожди, а крюк у нас... А, у нас есть подвал. Да? Да. Ну и все. Под конец таймера где-нибудь возьму ее. Сука! Ну, конечно! Конечно, у нее будет, блядь, ебучий стояк! Не, ну вы видели? Видели? Да, да, да. Вот, ну как? Как это, блядь? Сурвы имба. Нихуя себе. А это сейчас что такое было? Ну что дальше? Ну что, стоила она того, дрянь, блядь. Да, вот тебе и первый матч, нахуй. О, адепта дали сразу, нахуй. Ну ладно, ладно. Ну, конечно, это не пинхед. Блядь, смотри, я почти квест сделал. На пинхеде как-то попроще было. Я, конечно, тоже... О, я купил маньяка. Первый раз зашел поиграть. Вы посмотрите на это дерьмо. Просто ультимативная команда задротов, блядь. Все первые ранги, ну пиздец. Ну чё, получается садок имба? Ой, ненавижу эту игру. Как хорошо, что я больше не буду так задрачивать манов после этого. Матч номеро дос.
Ну, это пиздос, потому что карта... Бля, хотя на закрытой карте... Есть мнение, что в закрытой карте за нее заебись играть. Так, это мы где? Это мы там, где надо или нет? Да. Короче, мы живем здесь, в этом крыле. То я не пойду даже. Короче, опять два говна, блядь, в последних секундах, нахуй. Взяли фонарики. Блять, уперся в какое-то говно. Вот телек загорелся. Блять, а я бы мог пробить, кстати, если бы это было проклятие как проклятие. Опа! Видал, говнюк? Ну, план был хороший, но он не работает. Так, ладно, сколько у меня генераторов? 3, да? Давай их прочекаем. Так, на втором этаже телек есть? Мы туда? А хорошо, хорошо, кстати. Хорошо, можно так прыгать на второй этаж. Но я здесь буду жить, я не пойду туда. Надо максимально здесь жить. И просто так вот хуяк. Бля, я не вышел из этого, из инвиза. Дрянь, блядь. Ну опять хуйню ребята пришли пострадать, или чё? Даёшь тонатку. А, Геник всё, отъехал, да? Да. Кстати, если кому интересно, фамилия у данной девушки Ямаока. Ой, Ямамура. Прошу прощения. Ямамура. Садака Ямамура. И, кстати, по книге, несмотря на то, что у нее были кахонесы, она была невероятно красивой. Ну и по фильмам тоже вроде как. Бля, мне бы сейчас глаз не рсы бы нахуй. Ебать. Можно было бы сделать грязь. Палетки бы из этих говнюков повышибать как-нибудь. Они телек, сука, мне вырубили наверху. Или там он сколько-то кадрешится, что ли? О чем я там? А, ну да. И вообще, кстати, я не просто так в начале ринку показал, потому что Анрио, у меня, конечно, мексиканский флаг на стене висит, но я очень люблю японскую мифологию. И Анрио это как бы, ну, типа... дух мщения женский. В японской мифологии. Так что Ринка это тоже Анрио. По сути. Угу. В смысле, я не попал? Дрянь. Ну тут ни одного нока не будет, я думаю. Ну это максимальный задрот, и опять все красные ранги. Короче, надо выбивать эту палетку. Максимально. Лёг. Сука. Да? А этот встанет, сучонок, сейчас. Ну это все, это ГГ. Его никак не это. Если только этого гондона рядом положить. А я не могу в инвизе взять его? Ну вы видите, да? Это невозможно, это не игра. Это просто не игра.
То есть ты ничего не можешь сделать с урваном? Вообще ничего. Абсолютно, блядь. Максимальные мансеры заходят, блядь. И вот он лег в палетке. Все, если сурф в палетке лег, это ГГ. Это ты не поднимешь его ни за что на свете. Что, ну просто там вся команда собирается. Надо выбить палетку эту. Дрянь, сбрось палетку. Так, а мне надо было еще двух суров положить. Да какой там, нахуй? Не дотягиваюсь. Говно, блядь. А можно его как-нибудь подрезать? Спасибо. Так, еще минус палетка хорошая. Ну, короче, понятно, бля. Может, вам ворота сразу открыть? Бля, я даже не хочу стеки. Я вот, бля, я ко мне пропал всякое играть. Ну, потому что это понятно, бля, что сейчас тут начнется, нахуй. Что? Скилл-чек проебал, да, говнюк? Блять, тварь. Ну это, блять, максимально все задроты. Она, блять, по прямой может меня крутить в узком коридорчике. Я не могу ей ничего сделать. Так, ладно, я свой делик выполнил, выполнил. И сейчас, смотри, они всей стеной встанут, блять, не дадут мне пройти с ней. Ну, типа, чтоб терпила, еще повес какой-то сделал, че, охуел. Про то, чтобы накапливать там какую-то хуйню, тогда забудь вообще, нахуй, слово такое. Блять, где проход? Ну я попал же в него, блять. О, господи. Одно радует, это, вот после, после этого я больше на маньяках играть не буду, нет, ты что? Выполню, блядь, ебаный этот делик на... Точнее, маску эту вышибу, нахуй. Я вообще, блядь, ни за что на свете не буду. Давай. Хорош. Так, много у нас еще, интересно, палеток здесь на этой дряни осталось? Так, а, телек не загорелся, сука. Хуёво. Я мне мешаю? Тот скилл-чек проебал, я слышал. Ну конечно, блядь. Ну у них у всех орехи, у всех четверых. Блядь, даже пинхеду таких не давали задротов. А ну я в прошлом матче, блядь, три единички развалил, вот и все, блядь, и пиздец. Мне теперь максимально конченых будут давать. Эх, мне б наед. А, тут уже наяривает вовсю. Ну, они поняли мой план, в принципе. Что я буду держать это крыло, потому что они все понимают прекрасно, что в обузном, блядь, крыле я их никогда в жизни не это самое. Дрянь, блядь. Ну, она вот апнул, да? Интересно, оно заново у меня это... Откат пошел или как?
А как понять, откат идет или нет? Ну, в смысле, сильный. Хуя себе вылетел. Ага, хуй там. Ну, как-то он не особо, по-моему, откатывается. Откатывается как от обычного этого. От обычного хита по нему. А чё я туплю? Надо в инвиз просто войти. Я сегодня у него уже обречённость. Нет, мне вот этот говнюк нужен. Я же его могу замоментить. Главное ему не давать ставить кассету. Хуй с ним, со всем остальным. Пускай заводит. Но его... А, там палетка. Что такое? Ой, блядь. Ой, не повезло. Добежал? А в смысле? Подохни, говнюк! Да-да. Тоже захотел? В смысле, он не сдох? Смотри, у меня. Ха-ха-ха. Так выебывался, так токсичил. Неужели, блядь? Кого-то можно убить силой Садока. То есть это должны максимально быть долбоебы, видимо. Так, давай назад. Причем он чел добежал до телека-то, блядь. Бедолага нахуй. Чел добежал до телека и прям рядом с ним сдох. Так, ну уже два болта, хорошо. А сколько там кадешится эта дрянь? Хватит! Неплохо. А вот это было неплохо сейчас. Майкл стайл просто. Вот бы еще мой перк, который на 90 градусов, ой, на 90 градусов, на 90% работал. Ха-ха, сквозь него просто прошел. Конечно, орех. Тут еще 5 палеток, наверное, дало. А, не, он не пойдет еще. Хорош. Лежим. Лежим, отдыхаем, да, говнюк? Блядь, там у Элоди тоже накопилось. А где она была? На втором этаже, да? Я просмотрел, короче. Привет. Элоди, у тебя проблемы. Брось, брось! А что, она не может ее бросить? А, все, она сняла, что ли? Ну ладно. Ну она вырвется тогда, получается. Я просрал. Я думал, ее можно убить. Это была моя, как бы, ошибка, да? Так-то мог быть второй повес, а я, да. Я чуть проебался. Въебал прям. Куда поползла? Сейчас, нахуй. Дрянь, блядь. Ребята, наверное, я не знаю, что они.
А самое главное, ее как Ghostface-то нельзя выбить. Из инвиза. А, в смысле, она сдохла уже, что они еще фаз просрали? Я же ее только один раз ловил. Блять, не до конца. А, там его не нужно было, да, стучать. Так, мне на второй этаж надо. Тут Ген все, помер. А вот тут нет. Так, этот еще, этот помер. Так, давайте тот еще откатим. Блять, слушай, бля, мы камбэкаем против таких конченых. Я уже хотел ворота стоять, блять, а они нихуя себе. Ребятки, дохуя в себя поверили и все, и посыпались. Главного манс замоментили, блядь, и все, нахуй. Сразу, блядь, вся крутизна пропала куда-то, ребят. Но. Что вы мне скажете, господа? Как? Как вы будете вывозить это дерьмо? На закрытке-то с инвизом. Угу. В смысле, уже... Лох. Вот ты двадцатка, блядь. Думал, я тебя не вижу в твоей белой хуете. Ну, я просто не мог не потроллить его. Так, погнали искать люк. Ну, Стив тут, по-моему, самый адекватный был. Вот они втроем все бегали, а Стив... А Стив вроде нормальный пацан был. Так что если он сбежит, я даже не особо расстроюсь. Но, увы, Стив, походу, дело не сегодня. За твоих товарищей ты ответишь мне. Где вторые ворота? Блять, я там ни одного телека, прикинь. Пиздец. Ну, уйдет и уйдет, хуй с ним, ладно. Главное, самых главных гондонов завалили. Причем одного еще и с момента, блять. Так увлекся, таксичить нахуй, что, блять, это... Внезапно умер. Так, а я, кстати, если чего он здесь не открывает, я могу резко портануться куда-нибудь туда поближе. Вон туда. Не-а, нихуя. Блять, какой-нибудь бы более короткий путь сюда, конечно, бы организовать. Ага, ага, да, Стив. А я не могу здесь пробить, да? Стив, ну ты извини, конечно, я тебе дал шанс. У тебя реально был шанс, я готов был тебя пожертвовать тобой. Чё ты мне щелкаешь, говнюк? Думаешь, я тебя отпущу? Да хуй там плавал, блядь. Твои товарищи меня дико выбесили. Они меня расстроили. Поэтому ты не уйдешь. Нет, не в эту смену. Орех хотел прожать, да? Ну, сорян, чувак. Не сегодня, Стив. Хоть ты мне больше всех был симпатичен в этой катке, но не сегодня. А, он еще спрыгнуть, что ли, может? Ну, давай. Нет, не может. А, полюбуемся природой. Хотя какая тут природа? Ну, он городок. Ну, нихуя себе. Но это было душно. Это было очень душно. Ну, во-первых, ребята расслабились. Так, дейлик есть, можно поесть. Они реально подумали, что я вообще конченый лох. И ничего не могу. И вообще, в общем-то, так и есть. Ну да. Ребята просто расслабились. Особенно вот этот придурок. Он так в себя поверил, что ему даже было плевать на то, что у него красное это самое. Это уже когда я за ним погнался, он там вроде к телевизору стартанул. Ну да, смотри, ну чисто метовая, блядь, хуйня, блядь. Одни осколки, орехи, блядь. Так. Ладно. Ладно, допустим. Итак, матч номер 3. Ой, блин. Да поможет мне Кодзи Судзуки, блядь, на этой дурацкой карте. Разработчики пидоры, они такое классное лобби сделали, туманное, осеннее. Оно прям реально передает атмосферу книги. Почему они карту такой не сделали? Вот лучше вместо этой, блядь, сранины сделали карту... Карту из звонка. Но здесь я буду терпеть, потому что здесь есть чувак с ником... Да, вот этот вот. Десятый доктор. Десятый доктор — это имба.
Особенно на кладетке. Не понял. Ай, блядь, рядом. Хорош. Десятый доктор, ты что-то у меня это... Не стыдно? Ты что так быстро... А где ключ? А, у меня аж нет нихуя крюков секущих, ёпта, а что я их ищу? Ребят, я здесь. Привет, как сами? Нормально все у вас? А, ну они уже два гена мне дали, я понял. Так, ну у меня в принципе нету. Туннелем хули. Блять, не, я пока еще не, да, не прочувствовал ее вытяжку. Да ты рофлишь, я ж попал. Не, ну карта редкостная дрянь. Не, ну я здесь ничего не могу. Ей на закрытках хорошо, а здесь ты че рофлишь? Не, без шансов. Она ничего умного не делает, абсолютно, она просто Shift-V. Просто Shift-V, а я не могу ей ничего догнать ее никак. Ну, тригеника, это понятно все. Ребята зашли играть. Вот сразу видно, ребята зашли играть, и я ничего не могу. И здесь ни одного телека нет. Я хотел ее переиграть как-то, перефиковать. Не, нихуя, все, забей. Понятно, это я проиграл уже. Ну, карта просто, блядь, максимальное дерьмище, нахуй. Ну, здесь ничего ты не сделаешь. На закрытках на ней хорошо, а это, конечно. Блять, просто Shift-V, да? Ах ты дрянь, блять. Ну всех осколки, блять. Ой, эти осколки, орехи, блять. Не, ну тут ребята зашли именно поиграть, поэтому... Вот куда они пойдут, к какому генику? Может, здесь? Нет. А чё, у меня ни одного не осталось, да, телека? Возле генератора. А, чё я туплю-то, блядь? Это ж этот перк сработал. Надо же, скилл-чек пропустил кто-то. Так, откатим. Не, ну тут да, без шансов. Генраж не контрится. Не с таким билдом. Ну, опять это... Ну, десятый доктор, ты чё, рофлишь? Ой, ну нахер, не побегу даже за... Ну, я понял, это мансер. То есть это мансер такой, типа, он ничего не делает умного, но хуй поймаешь его. Ну все, ЭГГ. Наеду у меня нет. Ну, план был хороший, но, блядь, опять-таки. Ой, орешек не прожался, да? А, у меня же еще не метисовская эта херня, которая взрывает геники. А, толку-то, блядь. Он бежит уже, блядь, дружок.
Где это, блядь? А где он есть? Ага. Привет. Еще хочешь? Да я целился в блядскую кладетку, ну камон. Она может меня хуйнуть осколком, если я в инвизе? А, я уже не в инвизе, понятно. Зато теперь я знаю. Так, а где третий геник? Я что-то не вижу. Вообще, а, ну понятно. Пойду ворота открою даже. Ну это все, это, блядь. Ребята играть зашли. Вот те, которые хуйней заниматься заходили, да, их я мог размотать, а это тут бессмысленно. Максимально дебильная карта, нахуй. Тут даже не пофейкуешь ничего, блядь. Просто Shift V беги, нахуй, и все. Да, зачем? Смысл? Очки пофармлю хоть. Может, перк какой-нибудь нормальный куплю, типа весов там. От весов, кстати, хорошо на ней играется. Все, телеки кончились. А, ну ладно. Кстати, я хотел... Что я хотел сказать? Вот у нее руки, кстати, прикольные. Вот они нарисованы прям вот как в фильме. То есть она же, блядь, не сразу умерла, когда ее в колодец сбросили. Она там 7 дней. Почему 7 дней она проклятие насылает? Она умирала 7 дней, поэтому, типа, она пыталась выбраться и, ну, в общем, типа, ногти ободрала себе все об это самое. Об стенки колодца. Ну, спасибо, блядь. Это я в задание взял убить 12 рвов, но это все, это нет импасса. Я вообще ни одного не убью теперь. И они даже не красные, не какие-то, ну вот, блядь, обычные, типа, блядь, и даже как бы, ну... Два, три осколка, орех, часы, два стояка, ну, такое что-то, блядь, эти железная воля. Какие-то, блядь, даже не метовые перки, нахуй. Но ребята вот реально, может, они в команде играли, я хуй знает. Ну, там, я говорю, я упоролся в чувака, который дохуя охуенно бегает. Если бы я сразу, например, стал охотиться за Нейкой, может быть, был бы шанс. А, блядь, когда я понял, что Нейку можно туннелить, блядь, у меня уже все гены завели. А я все время потратил на... Ну, блядь, упоролся не в того сурва, все, проиграл, блядь. Как я тут уже заметил, блядь, нормально играть в эту игру можно против троих сурвов. То есть и как бы и сурвы могут запросто 5 генераторов втроем дать, и у маньяка есть шансы. Против четырех, если ребята играют нормально, это все, это ГГ, это нахуй. Хоть ты на ком играй, хоть ты что сделаешь, блядь. О, четвертый матч в Японии. Ну, почти канон. Что, Они, ты смотришь на меня как на говно, да? Ну да. Против нормальных сурвов с таким билдом, конечно, тут, блядь, ловить нечего. Я, наверное, никого не найду, мне уже ген заведут. Кто-то здесь был. Кто здесь был? Где ты? Дрянь. Ага. Телек еще не сгорит, блядь. Так, погодь. У него фонарик, он Дэвид, он меня байтит, я понял. Я сказал, она здесь не одна. О, ачивку дали, проклятое видео. Да ёпта, блядь, серьезно? А, хуй там. Ну, максимально наглый, им похуй. Понятно.
Ну, вообще по барабану, смотри. Бля, бымбл бамбузил. Так, давайте, короче, на другой ген. Это понятно. Тут два каких-то говнаря, блядь. Я им ничего не могу сделать. Они меня просто, бля, они растягивают меня и все. Не, без наеда, конечно, печально. А, они все, смотри, какие прошаренные. Да бля, я знал, что она прыгнет, я зацепился за какую-то херню. Рискнуть туда протанулся, что ли? Прям кто-то. А что за... А. А, ну это пошел сбор палеток, я понял. У меня есть план. Не про канала. А, да, хилилась уже. Ну, в принципе, два гена, три гена, ноль ноков, ноль хитов вообще, короче, ничего. Я думаю, это уже все, мы поиграли. Это даже нет смысла. Без наеда, без проклятия, без всего, короче, тут просто нечего даже ловить. Форсаж. Конечно, форсаж. Давай, попробуй, схвати, говнюк. Лежать, говно. Так, хорош. Да хуя все ловили, ребята? А где там этот тотем ебаный? Вот они так люто генрашат. На них хоть обреченность-то накапливается или что? Или это они только пляшут вокруг меня? Еще хочешь? Ах, не перефиковал. Я вас понял. У нее осколок. Ну и стояк, наверное, тоже, да? По дефолту.
Так, ну двое здесь, двое на... Нет, трое здесь. Ну хотя бы хиты раздаем. Уже кое-что. Давай попробуем. Ну повезло, повезло. Осколок либо прошел, либо его не было. Блять, а телек здесь не горит, хреново. Лежать, дрянь. А палетка? Продали, нет? Так, ну те два на гене, как я понял. Телек вовремя откатился. Так, ну я уже снимаю этот тайминг. Или раненый не пойдет? Не пошел раненый. Схватим, не схватим. Хватит! Подохни, говнюк! Один килл, надо же. Да ладно, ну ты рофлишь. Лежать, дрянь. Ну не осколок, она слишком охуевшая себя повела. Я здесь, говно. А, они обе здесь. Ползешь, да? Ползи. А сколько времени прошло? Хуй знает, да? У него просто стояк, может быть. Блять, ну они слишком быстро разбегаются. Ну я сейчас подниму, да? Конечно, да. Ну осколок прошел, я надеюсь, уже. Было бы неплохо. Еще было бы неплохо, если бы там телек откадышился. И здесь тоже. Блять, а че я не выхожу из низа? Кнопку заело, что ли? А, залочился ген. Но это не там, мне раненые нужны. Где все раненые?
А, где-то лечится, суки, сидят. Глаз нерсы бы сейчас сюда. Это вообще ни разу не висела, тварь. Она не нужна. А где еще взрыв был? Эти твари не сунутся. А вот они. Да не на... Ну не она мне нужна. Блядь, почему мне сюда не те попадаются? Сука, мне вот эта тварь нужна. Куда она побежит? А, ну понятно, и там ворота. Все, поиграли. Сурвеймба. Это максимально ближайший телек к воротам. Ну, план был хорош, но не сработал. И где она? А чё у них заперки такие, блядь? А, ну понятно, железная воля. Да ладно, ну поймал же! Пиздец, я-то в рот мотал. Да, блядь, обо... Ну, обо что? Ну, вы видите это дерьмо, блядь? Ну, что за карты, блядь? Ну, все, блядь, не слава богу. Ну, просто пиздец. Я хуею, блядь. Споткнулась об какую-то дрянь, блядь. Сурвы не спотыкаются обо что-то, блядь. Они просто бегут напрямую. Сквозь все, блядь, текстуры, нахуй. Она споткнулась. Сейчас бы эта тварь легла, нахуй. Нет. Какая-то хрень там. Обо что-то споткнулась. Блядь, у них перков-то, блядь, хуй да нихуя, блядь. Ну и все равно ты им ничего не можешь сделать. Просто ничего, блядь. Один ебаный, сука, вот этот, блядь, кусок говнища, нахуй. Имбалансный, блядь. И он зарешал всю игру. Что, блядь, просто все, блядь, бегали, хилились к нему. И срать они хотели. Ладно, последний матч. А, понятно, конченое дерево. Поиграли, нахуй. На этой карте я вообще всегда просасываю на любом маньяке, нахуй. Уж тем более на пешем. Так, я взял фиолетовый и красный аддон, но просто потому, что, ну, типа, блядь, хоть посмотреть, что это. То я на коричневых все играл. Ну, короче, против нормальных суровов садока что-то мало чего может. Я даже не могу понять, как у нее орех. Понятно. О, они уже ген завели. И срать они хотели на то, что у них кассеты, блядь. Да вы издеваетесь. Ну да, схватить ж нельзя было. Ты чё, рофлишь? Зачем? И этого нельзя было схватить. Ты охуел? Не, ну видали наглый какой? Угу. А чё крюки так близко? Ну ген все потрачен. Ну хотя танатку, кстати, мы на фул зарядили. Ну сейчас кто-нибудь тотем разожгет, ты чё?
Так, ну пока они все раненые бегают, меня это устраивает. Ах, не дотянулся. Так, а телека возле крюков нет, да? Хреново. Ага. Ну, Джилл уже возле телека, наверное, да? Мне не нужен. Мне нужна Джилл. Только Джилл. Короче, играем чисто в Джилл. Не дать ей... Пускай они хоть что делают, но на телеке ей нельзя. Нельзя подпустить ее к телеку. Эх, мне бы ваншота еще. А что ты как-то быстро бежишь, дорогая? Максимум скилла, да? Так, хорош. Прости, но тебе пиздец. Хорошо. А вот это мне нравится. Генраж наказуем, ребятки. Да? Я не вышел. Да ты рофлишь. Хорош. Я бы охуелся, у него был осколок. Вопрос в чем? Ай, блядь, я же... Да, я кнопки перепутал. Я забыл, что... Ну, она бы сейчас уже лежала. Ну, недолго она прожила. Ну, у нее квест на ящике. Ей ящики дороже жизни, я понял. Беги, беги. Причем, ребята, даже кассеты, походу, дела не это. Даже не думают про... Они даже не лечатся. Ну, короче, какие-то раки. Ага. Осколок хочешь? Давай. Ситуация позволяет. А, нет, ты просто дурак. Может, я еще кого-нибудь настаку, если они такие тупорылые? Ну, Джилку-то как-то настакал, блядь. Блядь, надо запомнить, что она, выходя из телека, сразу осязаемая становится. Опа. У меня аура подсветилась. А, ну он включает тот телек, который я уже, понятно. А, нет. Да, квест это святой, я понимаю. Еще? Спокойной ночи. Ну где наш друг? А, вон он. В банс решил поиграть. Ну давай, теперь можно. Теперь можно, друг. Может, у него квест тоже какой-нибудь? Ну,
Не, ну это, блядь, это серьезно. Сейчас спрыгнешь. Не буду пока демобилизироваться. Вот теперь можно. Не, ну тут понятно, ребята, двадцатки какие-то кончены. Ну да, два раза проебал, все, дали даунов. Вообще, я много бы мог чего рассказать про Садока и про вселенную Звонок, но когда играешь в матче, как бы, ну, типа, не с руки. Просто не с руки. Типа, ты весь такой, ну, 4 кило из 12. А, это вот, вот это, да. А, это нет, это та, которая сундуки, наверное, лутала. Ну, прости, дорогая. У меня тут два предыдущих матча так подгорело у меня, что пошли вы в жопу нахуй с вашими квестами. Ну тут, конечно, да, понятно, ребята хуйней какой-то зашли здесь пострадать. Джука даже он кассету не додумалась, блядь, вставить. Или не успела, или я хуй знать. Ладно, за 5 матчей я дважды убил кого-то, блядь, карающим взглядом этим Садока. Это сильно, да, это сильно. Пока что винрейт карающего взгляда выше, чем у капканов Аманды. Так, ну ладно. Подведем итог. Я оцениваю все со своей колокольни маньяка зеленых рангов. Ну, она не дно. Ну, не такое дно, как я ожидал. Свинка все равно главное дно ДБД до сих пор. Билд говно. Билд говно. Под нее нужен билд получше. Не знаю. Весы вроде неплохо роляют на ней. Хуй знает. Пожиралка там, что-нибудь. Наед. Секущий крюк. Ну, короче, что-то против генраша, что-то на давление какое-то, блядь. Вот. Так, в принципе, ну, хуй знает. Если напрактиковаться в погоне, можно прикольно, короче, инвиз с телевизорами миксовать и ловить... Да, блядь, напугала, сучка. Кстати, у нее такой скин стрёмный, я посмотрел. Я, правда, не знаю, я сейчас смогу посмотреть его? Отсюда. Да, вот этот вот. У нее даже он значок. Кстати, значок у нее что-то означает. По-моему, я в книге видел, но не вот этот значок, а вот который обычно она стреляет. Ебать она... А, ну это как в фильме, когда они ее достали из колодца, блядь. У нее там из глаз вот этот хрень текла. Ебать, 1500, блядь, строит. Стремный пиздец. Но каноничный. Прям вот реально, как из кино. Почти. Правда, там она была чистый скелет. С волосами. Ну, хуй с ним, ладно. Вот. Причем, если здесь обратить внимание, когда она пуляет этой штукой, там типа блики такие на экране, и там, короче, глаз, и в глазу символ сада, непорочность, садако, непорочный ребенок. Небольшая отсылка к фильму. Ну, хуй знает, хуй знает. Не, я не знаю, я посмотрел, посмотрел, оценил. Во, вот сейчас только что был вот этот, типа, вот это глаз, типа, ее. Мне, блядь, гораздо больше интересно рассказать про лор персонажа, потому что я знаю, что у нас японские фильмы в России не очень смотрят, да и в других, наверное, таких странах СНГ, потому что, ну, типа, они японские, типа, там, одни японцы, и как у нас любят говорить, они все на одно лицо, я их не различаю. А потом еще меня расистом называют, меня это прям огорчает, когда на азиатские фильмы так говорят. Блин, в Японии, в Корее, да даже в Китае столько хороших фильмов. Так, ладно, я отвлекся. Короче, не суть. Хочется просто именно про лор как-то поговорить, рассказать историю. Например, Йоити Асакава, блядь, он вообще-то ребенком умер, если что. И как бы то, что они выдумали ему биографию, этого быть не может. И там какой-то маяк в Шотландии, это типа отсылка на американский звонок, я так полагаю. Да и Садока тоже, блядь, ее в книге изнасиловал чувак, нахуй, заразил оспой и скинул в колодец. И, типа, она проклятие не столько телепатическое, сколько вирус оспы, она скрестился, короче, с ее телепатией. Что-то там, короче, блядь, очень такая замороченная штука. Хотя, в принципе, она еще при жизни убила там кого-то взглядом, просто ненавистью. Вот, а в фильме ее отчим
отец, или я не понял, кто он. Типа, вроде как он ее отец, но вроде как он, типа, ее отец какой-то морской дьявол. В общем, короче, типа, вот этот мужик, профессор Икума, он ей пизданул мачете по репе, нахуй, скинул ее в колодец. И в биографии именно на ДБД Вики написано то, что ее, да, пизданули по башке и опрокинули туда. Короче, там как-то все странно, непонятно и запутано. Хотелось бы, конечно, да, рассказать, как это было в корейском фильме, который мне, кстати, больше всего нравится. Как это было в японском. В японском мне не нравится то, что они как-то все нахуй свели, блядь. Вместо детектива сделали какую-то хрень, что там, типа, Рюдзи, он муж бывший, блядь, этой журналистки Асакавы, и Асакава там женщина, и у них ребенок, и этот Рюдзи телепат. То есть нет вот этого детектива именно, как все расследуется. В корейском вот именно ближе к оригиналу. Правда, в корейском тоже, блин, почему-то женщина, репортер, а не мужчина. Ну, в общем, ладно. Хуй знает. Ну, что-то типа Пинхеда, наверное, послабее Пинхеда она, конечно. Но мне кажется, у нее есть потенциал. Сережа верит, что есть у свинки потенциал, но нет, потенциал, мне кажется, есть у нее. С хорошим билдом, с нормальными аддонами. Приноровиться, короче, в погоне телепортиться. На закрытых картах особенно. Блин, мне кажется, она что-то может. Просто у меня билд дерьмо. Ребята, которые заходят играть, они играют и они выигрывают. Ну, потому что ребята, которые заходят играть, они почти у всех выигрывают. А я все-таки не настолько скилловый маньяк. Уж тем более на новом необъезженном маньяке, скажем так. Это вот, блядь, терпила эти с фонариками, которые хуйней бегали, занимаюсь. Понятное дело, что я их размотал, блядь. Хотя, не знаю, смог бы кто-то другой размотать их так, как Садока. Особенно на Ракуне. Она же телепортится. Ну, Фредди, доктор. Хуй знает. Короче, мой вывод такой. Она не дно. Из нее что-то может получиться при должном уходе и любви, как я говорю. Хороший билд, тренировка. И, в принципе, я думаю, она может играться. Она может играться даже очень неплохо, несмотря на всеобщий хейт. Но это как, опять-таки, Пинхед. Пинхед тоже смотрелся дерьмом на ПБТ, но когда он вышел, Пинхед там нормально стал играть. А Ворона, например, и Трикстер, наоборот, на ПБТ смотрелись, типа, там, блядь, имбоя, по факту, нари, блядь. Короче, ладно, на этом я, пожалуй, заканчиваю. Ну, в общем, Садока достойный, я думаю, персонаж. И очень такой, ну, типа, классно в визуальном плане сделанный. Я думаю, против нее интересно играть. Из-за нее, мне кажется, интересно играть от разных тактик. Просто их надо придумать сначала. А когда у тебя 26 уровень и, блядь, пару зеленых говноперков, то извините, тут никаких тактик нет, блядь, просто М1 ман. Ну, в общем, ладно, спасибо всем за просмотр. Hasta luego.